Сегодня у нас необычный день. Особенно в моей семье и в семье Свистуновых. Сегодня наши дети пришли к тому моменту, когда настал тот день, когда они хотят получить благословение. Родительское, благословение неба, благословение нашего Бога и создать семью. Hey, do I turn around? Hi. You look so good. So beautiful. Won't you close to me? Close to me. Close to me. Мы готовились к этому дню. И Бог подарил нам прекрасный праздник, прекрасный день. Мы очень рады сегодня видеть всех вас, наших родных, близких, дорогих, друзей. Обещаете вы любить друг друга по-настоящему? Столько времени, сколько позволит Бог прожить на этой земле, заботиться друг о друге, нести и радости, и переживания, и боли вместе, любя, поддерживая друг друга до того времени, пока Бог не заберет кого-то из вас или церковь не вознесется. Обещаю. Обещаю. Я теперь и хочу уже представить не как жениха и невесту. Я сейчас и хочу уже представить как мужа и жену и представить новую семью. Семью Кристину и Вову Свистуновых. Можете поцеловаться. Теперь я не буду с балкона выглядывать на вас. There's no doubt tonight that God is here with us and He's intertwining you guys into one family. And when I see you guys, I truly, truly see a beautiful creator in this world. Overall, he's been like a brother to me for the past 22 years, and I'm really happy that he ended up with exactly you, Christina. You guys are absolutely perfect for each other, and we're happy to have our family grow even bigger today. Nice.